С 21 декабря началась продажа единого проездного билета нового образца. Книжечка отрывных талонов обойдется льготникам в 150 рублей и рассчитана на 50 поездок в автобусе, троллейбусе или трамвае. Но пытаясь купить новый проездной, жители Саратовой области неожиданно столкнулись с необходимостью стоять в долгих очередях. Так длинная очередь выстроилась в пункте продажи рядом с предприятием «Горэлектротранспорт» на улице Большая Казачья. Приехав сюда в 4 часа дня, мы насчитали не менее 150 человек. Стоя в очереди, народ обсуждает трудности, с которыми пришлось столкнуться. Они касаются и режима работы, и списка необходимых документов. Почему на почте не выдают то же самое проездные? И с утра, говорит, еще сегодня их не было даже. Это целый день надо посвятить, чтобы получить проездной. 2 часа. Ровно 2 часа. Это долго? Ну, а как вы думаете? На холоде ноги стынут. Но я утром пришла, не взяла карточку, поехала домой за карточкой. А карточка это пенсионная. Это обязательно? Обязательно. Потенциально право на льготный проезд имеют около 700 тысяч жителей Саратовской области, но воспользовались правом купить единый проездной билет чуть больше 200 тысяч. В Минсоцразвитии уверяют, что билетов на всех хватит. Убедительная просьба. Пожалуйста, спокойно, не создавая ажиотаж, приходите в пункты продажи. Их у нас в городе Саратове 78. 53 – это почтовые отделения, это спорт-сервис и другие те, которые вам известны, туда, куда вы и ходили до сегодняшнего дня. Билеты все есть, вы их все спокойно можете получить. Единый проездной на январь можно будет купить до 10 января следующего года. По словам чиновников Минсоцразвития, по области открыто более 200 пунктов продажи проездных.